Киевские власти накануне Рижского саммита Восточного партнерства готовят провокации. Об этом заявили в Минобороны ДНР. По словам Эдуарда Басурина, у разведки есть данные, что СБУ в течение предстоящей недели планирует серию терактов, чтобы обвинить в них ополченцев. В частности, такие акции спланированы на автодорогах Мариуполь-Володарская, Привольная-Касьяновка, а также в районе населенного пункта Старый Крым. В этих местах в ближайшие несколько дней возможны подрывы на фугасах или обстрелы из артиллерийского вооружения, автобусов и легковых автомобилей с гражданскими людьми. Власти ДНР во избежание гибели невинных людей призвали гражданское население по обе стороны линии соприкосновения к предельной бдительности. Басурин также обратил внимание на то, что Киев все чаще обвиняет ДНР в нарушении режима прекращения огня. При этом, по его словам, ополченцы неукоснительно соблюдают минские договоренности, ежедневно фиксируют эти самые нарушения именно со стороны Украины. Басурин отметил, Киев ищет повод для возобновления масштабных боевых действий. Напомню, саммит Восточного партнерства пройдет в Риге 21 и 22 мая.